Здравствуйте, дорогие друзья! ВКонтакте на Нагатинах. Я начинаю свой вечерний видеоблог номер 777. Повторяю, 777. Допойки. 777. Допойки. Вот так он будет называться. Мой ночной блог 777. Допойки. Ой, пойдем в терапию. Я же вам обещала в глазах висеть, все подписчики. Я просто забываю разгадывать. Я вам обещала рога висеть сейчас. Тихо, тихо, тихо. Подписчики готовы. Я теперь в рогах висеть. Все. А тем временем наши макарошки уже погрелись. Ох. Ой. 777, добойте. Так, я посмотрю. Так, на одну единичку села. Сегодня у нас на трансляции будет мой моржик и звездочка. Но звездочку будет не видать, так как она маленькая и плоская. Она не стоит, к сожалению. Вот так она не будет стоять. Так что сегодня на трансляции у меня мой морж и звездочка. Звездочка будет под кнопкой моржа. Давай. Ой, нет, морж не надо. Звездочка, ты лучше держи как украшение, ладно, звездушка? Так, все. Обменом. Наступающий. Так, да, уже через несколько часов наступит день рождения у Юли Прохозной подписчиков. Через несколько часов. Ох. Ху-х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 у. А еще в понедельник я пойду к стоматологу. Мизя, Мишечка. Ой, обрети на место. Ну ладно, не страшно. Ножик, повиси на трубе, ладно? Я сейчас это... Ой, нет, не виси на трубе, все. Ножик маленький. Мальчики. У нас на ужин макароны. Макароны с сосисками. Ой, бать. Ножик, будь на камень, ножик. Thank you.
В следующем году мне будет 29 лет. Да, мне даже не верится. Эх, когда-то я в школе учился, уже будет 20 лет. В 2025 будет 30, Нина. Даже не верится. Да, точно, выдумаю. Кстати, подписчики, я себе новый канал создала на Рутубе. Может, кто я здесь, ладно? Это все как там значение 4-й сезон.
Можешь повести на трубе, можешь. Вижу, конечно, да. Ой.
Лёшка. Помнишь, мы это на июнь нам дают? Да, помню, ха. Одна надо и Виталь дает. Да, помню, ха. Можешь по вечерин трубе, ладно? Может, а я... Спасибо, Морожик. Морожик, спасибо. Мизя-мизя-мичка, мизя-мизя-мичка, ой-ой. Я не могу, 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 я не
Интернат будет. Я не знаю, мы во время блога своим душе и после. Мы можем во время блога, чтобы он читал его. Окей, хорошо. Я, кстати, бы с удовольствием.
Значит, так надо еще несколько конфет кушать и все. Можешь повести на трубе. Можешь повести на трубе, можешь. Про на регистрацию.
за каждого дня, кофе в подарок, планет. Просто за то, что мы наживаем. Шопинг, кино, доставка и для телевизора, кинодизайне и муки. Приятные моменты будут длиться дольше. И каждый день станет лучше с больше. Еще так.
Ой, вот деньги звонят, ёбасы. Блин. Я блок свой забыл ночной. Ой. Я же вам покажу, голос лает шумой. Это будет шок-контент, подписчики, поняли? Так, ты звони. Я же вам покажу, что мне рассказали, что мне говорило шумно. Смотри. Я тебе стал читать точно по моим словам. Ясно? Нет? Все. Поняла? Все. Да, ты без всех людей, которые пишут на карте. Все? Подписчики, вы слышали? Это было голос лошадь. Деньги, подписчики. Так, следующий блок будет кухонный, так, шестнадцатого, ага, и, так, 21-го, и 28-го, ага, поняла, что... Так, ой, можешь видеть, да, хотя, включилась... на видео, ну сказать, монтируется шумного на видео. Где-то диктофон. Это же мой шумный. Сейчас вы услышите, как наш лайк шумом ругает подписчики. Подписчики, это наш голос слой шумой. Так, все, продолжаем дальше. О, нет, подписчики, у меня теперь есть голос, самолайс бронос. Так, все, напишем, диктофон. Список, так, пишем, лайс бронос, переименовать. Так, лайса бронос, пиши. Лайса же в броносе, так, конечно. Пиши, лайса. Лариса, Лариса, так, Шаунова.
Ба. Нет, ты что, все умел. Ша. У. Но. Ва. Нет, подожди. Так, пишем Владимировна. Пишем. Так, вот. Я же месяц, конечно. Так, вот. Вла. Влади. Ми. Так. Ровно. Ро. В. На. На. Пробел. И. Готово. По моим словам. О, блин, подписчик тебе услышит, как я слово записал, блин. Подписчик, не обессудьте, я лишь слово записал, подписчики. Ладно. Ого, самое видео почти, надо же. Обалдеть. Подписчик, поищите, может, повесим другие, ладно, я сейчас быстренько. Быстренько пойду. Так, надо пока. Так, надо пока. Значит, пока. А не все пока телефон. Я не могу.
Thank you.
День рождения, подписчик. До дня рождения Юль Благодный осталось... Пиши. Один час. Да. Остался один час. Нет, два часа осталось. Да, да. Так, все, начинаем. Мыть посуду, суду. Можешь, давай сюда вставай. Так вот так мы сейчас вот так сделаем. Тихо. Ну давай. Не поднимайся. Поднимайся, дурак, сюда тихо. Так, все тихо. Все тихо. Тихо. Все. Молодец. Мало, молодец. Сейчас просто создалась и любовалась.
Повисит на рубле мужик. Подписчики этого мужика я купила себе на день рождения. Да, да, мои дорогие. Ух. Мне место. Подписчики, у меня два штатива. Два штатива. До Нового года осталось 22 дня. Ой, йоу. Подписчики, до Нового года осталось 4 дня. Простите.
до Нового года осталось 22 дня. Все. Завтра постояю. Уже завтра блогов моих не будет на канале. Это сегодня вечерний, сегодня пройдет мой ночной блог. Ну, потом будут только уличные блоги мои зайти. Ну, там все, я пока отнесу свои вещи. Ура. Бьем. Да-да, конечно. Конечно, ох. Выключаю телевизор. Пошли. Пошли, Нинка, Нинка, пошли, рвай. Да-да, конечно, конечно. О, Нина. Нам придется блок завершить, да? Ну, да. Так, все. Закрывай. Вот это все, закрывай. Чтобы все не увидели. Да, конечно, конечно. Все. Конечно, конечно, закрывай. Ох. Все, так, все, подписчики, на этом наш видеоблог номер 777 топойки заканчивается. Всем пока-пока, мои дорогие. Ладно. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Так, вот, я уже начала делать новогодние открытки. Я вчера их вырезала, задекорировала и... Я начала делать открытки, да. Так, все. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Так, на чем вы завершите, а? А, ладно. На крытках завершусь. Так, раз, раз. Так, раз, раз. Раз, раз. Раз, раз. Так, раз. Раз, раз. Так, все. Всего будет 5 открыток. Ладно. Всем пока. С вами Нина Ильина. Всем пока, пока. До встречи на следующем видеоблоге номер 778. Спеть и списать просим. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, пока. Всем пока, пока. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, пока. До встречи на следующем видеоблоге номер 778. Спеть и списать просим. На следующей неделе уже будет новый юбилейный уровень. Ой, простите, юбилейный блог. 800, да. Ой, что я несу, простите. 780, простите, простите. Всем пока, с вами Нина Ильина. Всем пока, пока. Так, я, у меня уже около компьютера новогодняя атмосфера. Я поставила новогоднего. Я поставила новогоднего. Этого, как сказать, господи.
Новогодний снеговик поставила. А вот второй новогодний снеговик. А еще я на Новый год на подарки купила 2 дракончика. Только надо стереть, знаешь, что? Название стереть. Что? Я его не на название только стереть. А, да-да-да, сцену стереть надо, да. Надо права, да, надо сцену стереть, да. Ладно, всем пока, с вами Нина Ирина. Видео закрывается на моих дракошках и открытках. Всем пока, пока. Всем пока, пока. Всем пока, с вами Нина Ирина. Всем пока, пока. Всем пока, пока. Всем пока, пока.